Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Kaalos Team. И сегодня вновь клан Kaalos идет на вылазки за промресурсами. И еще, друзья, не забывайте прожимать кнопки подписаться, лайк и оставлять свои комментарии. Вам не сложно, а меня это мотивирует делать более качественные и интересные видео. Ну что, поехали? Так, Юра, с Вовой, вы, наверное, сюда поедете, а мы давайте все вот сюда подъедем на отстрел. Вот сюда, блядь. И по нам. А куда я? А хоть одного сюда есть? Ты... Куда? Ну так тут распределимся, кто-то уедет сюда, кто-то чекнет. Может, вот отсюда чекнет. Я куда? Либо вот отсюда. Вован, давай я по низу, ты сразу наверх. Давай. Давайте я уеду вот сюда. Так как я побыстрее вас. Вы не стрим, телефон выкидывай по мойку. Он флаг еще не так, наверное, играет. Ну стой, тогда ладно, играй. Не, просто не знаю, куда мне ехать. Вообще не имеем права. Город со всеми, Леня. Леня, слушать надо. Они жопу нюхать. Они все поехали туда. Жопа нюхать, нихуя ты, мать. И вот сюда подъезжаем, и надо их отстрелять. Они на вас. Подожмись. Главное, чтобы они не вкатили. Они на фугасах аккуратно, Вова. Уезжай. Да я вижу, я пытаюсь. Здесь же еще развернуться надо, Юра. Молодцы. Давайте. Вова, уедь. Ой, хорошо. Ой, как хорошо. Молодцы, еще один кровь. Ой, он остановился. На его мастер. Идет раз. Он так остановился перед моим снарядом. Черт, блядь. Блять, пройти не найдем. Гусеницы где? Прошел насквозь. Да, главное, когда там снизу. Убьете, да? Когда он начинает. Да, я думаю, ну убить не убьем, но это. Покалечим. Покалечим. Да не убьем. Я убью сейчас. Опа, пудель с базы у них. Это не тот персонаж. Вова, поджимаемся, убиваем вот этого кромеля, который отдельно стоит. 440. Сейчас я попробую. Сижу. Подожди, ты не упарывайся, там еще один к нему подъезжает. Я еще только еду. Нормально, что я его убью. Останьтесь они здесь, вернитесь сюда. Я останусь у меня. Так, давай на того, что ли? Да. Тебе повредили гусли. Я хочу ваш ПК. Если четверку. У меня половинка. Не стреляйте по мне. Лоба, понял. Блин, он ушел. На катке стоит. Вот он. Хорош. Готов. Отсвечиваемся, Вова, и сюда едем. Я за домик встал пока, подожди. Помогите мне отсюда пить. А как назад? Как ты назад, чё? Да я просто въезжайте там все толпы. Да, просто поехали и все. Ну, я этим не занимаюсь. Хуйни. Кто у нас там подбитый такой, Лёня? Главное, чтобы Лёню не выебали. Пофиг на него. Ну чё? Все остальные живые будут лучше. Да нет? Да. Блин, Артём, чё опять боишься? Юра, аккуратно. Да я и так аккуратно. Я далеко просто, сейчас я подтянусь. Несуйся. Но он на меня управит. Не сувал? Откатывай. Или когда тут они разрядятся. Больно. Да, зараза. Ну нормально. Я считаю, не, неплохо. Это да, это было хорошо. Это было неплохо, да. Это кого добить-то можно. И Артём, главное, в меня не попал. Не туда, а. Оу. Чё-то знакомое, да? Ну у них КВ-2 есть. Доделаем то же самое, да и всё. Ну, КВ-2 поедет в город, и станет в деф. Давайте, хорошо. Ой, так. Я думал, Лёня-то на тяже, так-то бы и тяже КВ-2 бы отдали. У нас Артём на полу тяже. А, Вова, заряди первый сюда. Ну, не знаю, Артём хорошо отлетает от КВ-2. Типа. Да, ну так все, конечно, он питает, а он бронирует.
Я видел его бронирование. Не, понимаешь? У нас просто фугасы для тимба. Ты семерки в борт на 400 кидаешь. Лечь вперед, тимба, лечь вперед, я тебе говорю про фугас, Глеба. Ни хрена, у меня тубус Глеб попал. Он один здесь, походу. Либо это, на зельник проверять, Вов. Попробую. Опа, не так. Ой, блядь. Вова, нам надо 85 кубить. А меня упарывается 85. Идем цель. А чё такие? Ну, да, два. Два. Блин, не попал. Руди, руди, руди у меня. Руди. А вы отлично. Сильно будете приходить, если я вам скажу, что у меня ремонт взять? А, тайп здесь. А я ремонт не буду. Так, я сюда буду. Вот тут вот. Давай, подкатывай. 14 секунд, финал, удар на ПВ2. Глеба, стой там, не высовывайся. Глеба, глядя. Аптываем тайпа. Давай, вкатывай, вкатывай, вкатывай. Сейчас они через жопу зацелят. Блин, кому что надо стало? Готов. Мама звонит, так охрененно. Двигайся. Ну что там перезвони? Покажите, где вы. Ладно, короче, я через базу. Напрямую. Может отвлекут. Тем Лерлева на катке, я его убью сейчас. Не так, бежим, короче, я к ним пер. Хорош. Ай, блять, Артём, тебя убивал. О, сейчас КВ-2 развернётся на меня. Серёга, живи, Серёга, откатывай, 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 Серёга. Откатывай, откатывай, откатывай. У них 85-ка спит, походу. Я меня тебя защищаю. Так у меня одна тычка оставалась. Нереализованная всё. Цель поражена. Давай упоримся на него, я вперёд. Вы всё равно выигрываете, вы. Ха-ха, не пробил его! На, еще сбор. Да, так убивай его. Все, убивай. Да вы че? Град. Ты его раном убил? Да. У меня урон 3 семерочки. У меня косарь 212. Хорош. 883. 913. Так, Женя, Лёня, стойте, не двигайтесь в 3 секунды, чтоб я мимо вас мог проехать. Я вот сюда поеду. Подожди, Женя. Да, нет, Женя, я просто сзади тебя стою. Я вижу, я поеду вперед, я не буду тебе мешать. Ну, знаете, может, дадите мне сказать? Говори. Или не надо? Так мы уже примерно здесь-то знаем, что куда кто. Ну, играйте, как знаете, что. Слушать полевика еще. Давай гору сыграем, да и все. А? Сюда? Съездил бы сюда, да. Давай. Но он успеет, он только, только по краешку вот так вот поджимайся тут. Нет, я так хотел. Если они будут. Если просто они будут под горой, ты их отстрелять могут. Идем цель. Ай, гусля! Ой, блин, я тоже. Глеба мог вернуться, они все здесь. Они всем в гору упоролись. Вы чё, ребы? Они все в гору уехали. А, Серёжа, а ты чё такой медленный? Ты же быстро должен быть. Нахер ты туда поехал? Ну не, ладно, хрен с ним. Тебе виднее, давайте. На стрелку встану. А, Глеба, 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 аккуратно, лучше я б на твоем месте остался бы вот здесь вот и светил бы. Скоро артобстрел будет готов. Да, 2 секунды. Вы главное особо не поставляйте сверху, их вытягивайте. Чтобы вот они сюда скидывайте артобстрел. Ты, Глеб, шевелись. И да, не стойте на месте, пожалуйста, и рядом тоже старайтесь, блять, они в качели. Глеба, Глеба, Глеба. Я знаю. Не, ну я так на всякий случай, что один. Ну тут они нас сделали. Глеба, добирай шотного. Да. Я отсюда ни хера не вижу, на самом деле. А, я Серёжа, думаю... сказано же было, вкатываем все к горе. Лучше ну, было они бы. Они же могли не поехать на гору. Ну так не, мы бы заняли гору и мы бы отсюда все видели. Ой, мы бы в 2 ЛТ разыграли бы их. Если так бы... они вкатывали целенаправленно, они бы не стали останавливаться.
Ну да клубы так хотя бы просто много. Отстреляли, да, толпой. А то у нас Глеба уехал туда, получается, и ты что-то у нас притормозил где-то. Я понимаю, у нас с Артём медленный как бы. Блин, не успели уехать от автоудара, так было нехорошо получилось. Как нехорошо, ты первым же выстрелом гусеницу снесли, развернула аж. Давай, Серёжа. Подождите. Грузится, грузится. А еще ожидание как бы. Дом до сих пор не загрузился. Да я не появится все. Ну да нам это, ЛТшкам в первую очередь, дай да и все. Че, один, наверное, сюда куда-нибудь подогнется, ближе к кишке. Один может день здесь сыграть или в город ехать. Так, Юра. Так, ты где? Куда? А, давай я направо поеду, ты тогда в кишку. Знаешь, там давай, кусты нормально? Артём. Да я знаю. Артём, останься здесь. Ты медленный. А мы, я не знаю, мы куда-нибудь в эту область пока. Считай, что он по одному набрать. Там можно было успеть перетянуть и к базе, и в город ехать. Такого же мнения. Или кишку стрелять. Сейчас попробую, пока не повстану. Посвечу кого. Но у них ПТшка, они, наверное, мне кажется, они будут пушить по этому. Так, тайпазы, все. Тайпазы. Я в свете. Бегай. Ай. Ой, Лёня, куда поехал, Лёня, не. 85. Не езди так. Больше. Тайпа еще. Ушатай в следующий раз. Наводимся. Тайп. Заворотим. Ладно, люди, вкатывай в город, вкатывай. Попробуй тайп подобрать. О, Су-100 стоит вот здесь. Блин, на фугас. А, на меня фугас заряжал. Чудовище ебаное. Так, я чувствую, меня сейчас первым же арт-обстрелом снимут, так что... Арт-удар готов. 85 попал. А, Греб, ты тоже там остался? Да, я ж сказал. 34-ка выехала, снова можно гладить. Блин, я это вот... Да! Ну, нормально. Я этого не смог добить. Вова кончился, да? Тайпа. Да, сотка вон здесь рядом стоит. Юра, вот не вкатывай, ты нас стоит. Лёня, не вкатывай. Сильно. Повредил гусеницу. Ох, я в свете. Она промазала. Сука, тайпа хорош. Хорош, хорош, хорош. Попал. Блять, не пробил. Свечу. А у нас арт обстрел вкинули? Готов, меня еще не вкидывают. Он там 85-й. 85-й откатилось. Что там, у них какой-то ебаный фугас. Сейчас они будут. Надо, наверное, вкатывать. Лёня, надо Лёне, наверное, помочь. Они вкатывают к Лёне. Поехали к Лёне. А тут? Вы же там... Типа, много. Серёга, нет, нам нет смысла ехать. Едем. Не, нам нет смысла туда вкатывать. Юра, а Юра, оттягивайся. Юра, едем на базу. Артём. Давите этот... Ущелье. Вот сюда, да, они потом возвращаться-то будут. Вы уверены? Да. Потом хорошо, что хорошо. Сотку. Что не добил? Астоловиста! Я в свете. А, Юра проблендил. Не уже здесь. Кузля повреждена. Едем дальше. У нас артобстрел еще живой? Нет. Не, уже не откинул. Я вкинул в Лёню. Спасибо. Чтобы их поймать, как они не упарываются. Я не знаю, зашло в кого-то, нет? Нет. Меня зашло. Сотку нет, забрали, я, да? Мне бы сказала, что да, я убил их. Хорош. Один в кишку пошел.
нет, здесь все еще. Поведу гусеницу. К вам вот эти могут вернуться. Неужто сам целится будет? Надо, они дебил. Не факт. Три танка у нас. Один максимум у вас. Двое, точнее, максимум. 6 секунд продержитесь. Ой, нет, 8 секунд. Он сейчас пушек сбивает захват. Либо прятайся за артем. Все, готово. Молодцы, я сдох. Я промазал. Да молодцы. Я не знаю, почему они назад не поехали. Ну, с Артём, наверное, наверх. Сюда. Кто-то, Юра, ты если сюда подожмешь, ты вот эту перекатку посадишь? Да, да, да. Мне куда? Ну, давайте, давайте пока сюда выкатим, отстреляем, кто там будет проезжать, может, если они будут проезжать. Только Шерман поедет туда. 15 танков, без Глеба. Шерман. Шерман едет в ледник. Без Глеба, естественно, я же говорю, что это Глеб. О, как ты столько быстрее меня едешь? Не знаю, я на этих. Он на дубайке. Тихо. Сорян. На дупайке, так это аж вон. Да. А, ты на допе? Я нет. Я без допа. Все называют это. По танку, а не по именам. Падают, суки. И чё они типа будут в кадре? И чё они решили этим сделать? На другу посидим. Засветить нас через минус. Урони подвезли! Странно. Фига не там фугасы не было. Ой, тебе нравится? Лёня, аккуратно. Лёня, ты не поднимался бы сюда? Чё ты делаешь? Юра, ай, сорян, Серёг. Отъехал. Падает, на крючке 85. Там у нас 43-й, здесь выстрелили. Чё я не подбиваю? А, к нам на фугас пришли. Серёга, назад, там ортодоры у них кинули. Я видел разрыв. Или не всё уже это фугасы, это были фугасы встречи. Чё, я вкинул ортодор вот в эту... Давай. Ну да, они, в принципе, должны стоять. Ну, еще попасть. Попасть хотя бы один раз. Всего два выстрела, весь туда. Три или четыре там было. А как Леню срезали? Откуда? Да просто. Бля, что за урон такой? Не забывайте к нам сзади. Ай! Я тогда на этих вниз падаю. Давай упадем. Все, меня убили. Там камни. Падайте, упарывайтесь, убивайте. Минус 3 скулы. Блин, прям в кусту, прям под Сережу. Блин, вовремя мне позвонили. Это у кого? Это у меня. Подожди 3 секунды, сейчас я звоню. Я только хотел сказать, что нас могут объехать, и они сзади. Не совсем объехали. Артём, заряжай коммунити. Блин, надо было сразу... Так, ребята, я тут извиняюсь. За звоночек. Да пока... ничего страшного. Светится. Сейчас пока... Вот и кумус. Нет, в НЛД не пробил, там не был. Верни, не подставляйся под атаку, пухта. Не забейте, это ты. Блин, мне, наверное, надо будет... А, ну опять же, я думаю, все хп... А 43 приносит удачу. Нет. Не, они ДПМные очень просто. Они очень ДПМные. Сережа, все, слушаем тебя. Так, один НЛД на гору поджимается. Угу. Ну, второй может вот здесь. Так, я на гору. Женя, мы с тобой. Женя, мы с тобой побыстрее. Давай сюда подожмемся, остальные поджимайтесь вот сюда. Юра, слышал? Да.
Ну тогда Вова, ты с нами поднимаешь. А может Тар туда? Не-не-не, Вова на гору сказал. А, Вова на гору, Юра, ты значит с нами поднимаешь. Да? По-моему, МТХ-то она по динамике получше, да, чем Тайфы? Нет. Там плюс-минус. Мы чуть полегче. Нас это получше немножко. Ну, таранится она получше. Ну не скажи. Мои мастера тарана, так это... Ну, посмотрим еще, когда кого затаранит. Так. Проскочу, не проскочу. Юра. Сережа, даю еду. Выезжай. Что ты там парень? Я случусь. Да пошел ты. Бля, вообще не летит. Кромвит поджимает. Я вижу. Двое сюда поджимают, убиваем их. Ща 85-ка там поедет. Карту готов. Могу вкинуть на... Вон тут двое на углу. Могу на 34 вкинуть. Да, вот туда, отлично. А эти текстуры-то какие кривые, блять, у игры. Один хорошо получил. А самому выцелить слабо? Лёня, не стой на месте, Лёня. Пидорас, быка мне сломал. А, блин, МТшка, тварь. КВ2, КД. Да ну его нахрен. Надо СТшки добивать. Серега победил. МТха верх заняла. Как он мне дал? Кому? Нормально. Парень делает. Юра, лучше бы ты убивал КВ2. А нифига ты успел заехать, я думал, ты на линии, урод. Так я рассчитывал немножко на наших СТ-шек, что они все-таки раздуплятся, блин, и вкатят. Глеб, ты его перестреливай. Я не хочу никого оскорблять, но у нас остались СТ-шки, те, которые все время боятся ехать. Ну да. Гусеница сейчас порвется, аккуратнее. Глеба, блайндов. Отсветись и блайндов. Ах, чуть-чуть не успел Леня, да? Не все это правильно. Нет, еще. Да, нет. Лёня молодец. В смысле, Лёня молодец. Лёня еще не знает всю опасность этого танка. Артём, пуш вперед, да. Забирай 85. Давай, упарывайся прям на 85-ку. Глеба, блайнд, хорош. Хорош. Прячься. Глеба, сейчас КВ второго Глеба не светится, да? Глеба, дай ему выстрел. Через путь. У меня автоприцелом, сведи. Я не выезжаю. Только подсветить, если только Глеба светить. Слева лучше, слева. Да. Я так и так. Слева засветится. Не засветится. Должен. А, не, у него не засветит, там дерево. Артём, аккуратно. Да не выезжай, больше не выезжай. Глеб, скорей. О, он КД, он пушивай. Легко сказать, пушивай-то. Да не тебе говорю. Тебе доехали бы хотя бы были. Крути. Еще разок. Не-не-не, пускай вниз упадет. Тон, он подошился. О, Артём лучший. Артём хорош. Ну почему-то фуловый. Не, ну здесь мы должны выигрывать, там, мужики. У них тупо легионер? Да? А можно я от этого, от замка отыграю? Ну пробуй отыграть от замка. Если ты отыграешь, а не сдохнешь, тогда пожалуйста. Так. Слушай, может что, здесь Юра, выставитесь? Вова в замок, мы... я здесь просвечу. Мы здесь просвечу. Выставимся. Мы, естественно, здесь будем выставляться. Окей. Сам ты такой, Артём.
Ну, Артём хочет вообще говорить. Ай, ю! Ай, бля, прости, я думал проедешь. Да ладно. Знает, о чём я. Нормально, нормально. Чуть не рассчитал. Он стволом в воздухе так написал, кто такой Женя. И Женя сразу понял. Сидите давайте, вот что Артём, что Лёня, а телефоны убрали нахуй. Чё они тебе написывают, написывают, да? Я свечусь, я свечусь. Полтинник-то не видите? Я в свете, полтинник поганый. Этот дом ломается, да? Нет. А, так это я его свет. Чуть-чуть. Смотри. Я тоже. Нафиг я это. Не дать. Я сейчас спят. Тебе повредили гуслю, боец. А ты лёг на себя маленько. Ах ты гад, как ты не попал. 3 секунды. Пока не, пока мы вкидывают. Блять, Лёня. Я говорю, что у них Лёня не пушит вперед. Так не надо, значит, ехать вперед. Если ты никого не видишь, значит, есть вероятность, что и тебя не видят. Так, я вперед подожду. Поднимайте, короче, Лёня и Серега примерно. Поехали поджимать. Есть вероятность, ну, что-то на меня можешь... сейчас. Во-во-во-во-во, да, они летят. Они встали, не знаю. Так, трое у меня тут. Я поджимаю. Вова, ладно. Тебя сейчас будет кромвель убивать. Хорошо. Прикройте Вову. Стараемся. Все, Вова. Крестик. Че, он мой, хотите сказать? Нет. Кушай, налетай. Ешь, как говорится. Кушай входом. Арта дара не скинули. Откинули? У него сейчас сюда двое будет скидывать. Блять. Фу, без быка разобрал. Кромвеля. Ёпта. Снаряды падают. Что, пойдем на него? Да, 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 все падаем, падаем. Полтинника надо пинать, ничего. Опять земля. Прям как Карлсон. Найс. Че, сам Делин разучился? Так, видишь, тут попроще было. Фу, Кромвеля из БК убил. Нормально вообще. И я не вижу, а он есть. Понимаю. Женя исправил ситуацию. Один сюда на ЛТ, другой может куда-нибудь отсюда посветить. Мы, наверное, я сверху. Артём, на чем у нас? Ну что, все равно кого-то здесь находим. Артём, останься вот здесь для поддержки штанов. Ну аккуратно, КВ2 и топка могут быть зацелены сюда. И арта тоже. Троём как. Как же люди вовремя либо не вовремя. Так, ПТшка на. Ой, ЛТшка на. Блять, СТшка на стрельбе. Барабанная. Их две. Угу. Всякие электрики ходят. Бля, в свете сотка здесь. Сотка тоже там. Давайте вкатим просто. Арта стрелялась. А, Рудик. Еще рано. Надо секунд еще до арты. Не, в том плане обычная арта отходила. Арта вот. Он их туда. Поэтому не светитесь особо. На ЛТ. Ну я еще без ответа играл. Съебывайтесь. Я в засвете, по мне арта это, пыталась. Сейчас попробую КВ2 найти. КВ2 здесь. Под удар могу хит. Его. КВ2 у нас. Юра. Только вы его не шугайте больше. Может, мы полтинника допинаем? Подожди. Хорош. Отлично. Лучший. Рудика убейте. Да. Рудика. Серега, вкатывай ему в жопу. Да-да-да, я и так заеду. Спереди займем. Бля, полтинник у тебя. А, сука, не ожидал, да? Бою кладку сломал. Вова, живи. Живо. Стреляй.
А Серега, ехай! Я не специально, да. Командиры самого рода. Готов. Это не тот персонаж. Не лезь сюда, не лезь, не лезь, не лезь, Вова. Говноед, говноед. Вижу. Говноед, плохо. Пидераст. Пидераст. Давайте. Добьёшь его? Убью, СТРВ, да. Я в свете. Я тоже. Кританул её. Да, Серёга, всё, вкатывай, спрятайся. Да всё нормально. Он КД, КД убивает. На гусле, на гусле, на гусле. Ты же говоришь, это позорно. Ехать и вперед, катать. Убивать противника в нулину. Карту убить. Сухую, да. Я имею в виду. Ой, ждите, дай мне через стерву разобраться. Да со стервой я разберусь. Артём уже нас слышит? Да. Уже. Артём, забейте. Если все вкатывают, тебе тоже нужно вкатывать. Есть такая теория. Да не-не-не, он хорошо стоял, кстати. Нас так да. Где на? Понимаешь, один как момент может танков не хватить. Да не, здесь нормально все было в этом плане. Он нормально. Он наоборот нас прикрывал хорошо. Я на гору. Давай так же, наверное, отыграем, да? Так же играем. Так, Сережа, ты рядом, окей. Так, а я там не разобьюсь, если съеду, вроде не должен. Так и... Я прямо поеду, так что меня, смотрите, сильно не подрежьте. По машину! Хорош махать, там ага. Садись! Тайминги проебём. Да ничего мне их просрём. Я здесь быстрее съеду, чем там. Я не слышу вкусы, Валера. Что насчет того, чтобы Артему скинуть оттуда? В смысле, Артем? Он медленнее меня. Потому но что у тебя Женя опыта больше. А я к тому же могу это окнуться по микрофону и не смогу спросить, куда оттуда кинуть. Артем хоть может это. Убивай меня, да? Молодца! Сейчас мне на прилетает. Раз. Все. Блин, кто-то мало. Кто там? Я ни разу не попадал. Лёня, сюда ко мне. Офигеть. Женя, сколько до арт-удара? 7 секунд. Я убил ЛТшку. Молодец, Лёня к нам. Чё, сам целиться разучился? Поэтому для более эффективного арт-удар сюда. Хорош, хорош, прямо вообще по таймингу. Вообще хорош просто, жесть. Я тигра тут напугал маленько. Отлично. Глеба, вперед, вперед, вперед. Может уже на тигра ехать. У меня хп мало, Леня. Ему один снаряд. Все хорошо, все хорошо. Все отлично. Все, убивайте, разводите тигра. Он отстрелялся. Он падает вниз. А, сотку не забывайте. Артём, аккуратно, сотку не забывайте. Сотка вот здесь. Я защитил. Серёга, давай по сотке. Не, не вижу. Нет, вижу. Нет, вижу. Нет, вижу, краешь. Ну, у меня сотка. На катке, на катке. Она отстрелялась. Я там сведение сломал. О, нихуя, чё меня так лагает? Я поджёг. Красиво. Все, эта игра запинуется. Отлично. Всё, спасибо. Ладно, ну спрыгивай, чё встал на Ягиде. Красиво стояли. Спасибо за просмотр. Лайк, подписка, комментарий приветствуется. До встречи в новых видео.